Сотрудники Центральной библиотеки города Видное каждый год в преддверии дня рождения поэта Евгения Зубова проводят мероприятия, посвященные талантливому земляку. Мы стараемся популяризировать имя Евгения Зубова. У нас вот огромный конкурс, зубовские чтения, зубовская премия учреждена. Да, это уже они вышли на другой уровень совершенно. И, конечно, те, кто участвует, они, естественно, изучают творчество поэта, они интересуются. На встречу были приглашены видновские литераторы и ценители творчества поэта. На мероприятии присутствовала супруга племянника Евгения Зубова Зоя Круглова. Она прочитала неизданное стихотворение «Мальчишки» и рассказала об интересных фактах из жизни поэта. Мне, во-первых, это очень интересно. И я люблю жанр, вот именно о природе, о птицах. Вот он. И вообще у нас жизни тоже многое писал стихотворений. Ну, то, что видел вокруг себя, то он и описывал. Стоит отметить, что в ближайшее время в библиотеке открывается музей Евгения Зубова. Сейчас идет активная подготовка к этому событию. Приглашен художник, главный художник музея Горки Ленинские, Сергей Владимирович Чистов. Я думаю, что он нам поможет, и мы сделаем качественный музей с какой-то инсталляцией. Наверное, это будет окно. Не буду раскрывать тайны, но пока еще художник думает, как это будет. На литературном вечере прозвучали стихотворения поэта. Также участники вспомнили биографию Есенина Видновского края и прочитали о нем старые статьи из газет. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.